бывший муж Лолиты, попал в больницу с серьезными травмами. На днях бывший муж Лолиты попал в одну из столичных клиник с тяжелыми травмами. На данный момент врачи оценивают состояние Дмитрия Иванова как удовлетворительное, однако тому, возможно, потребуется помощь челюстно-лицевого хирурга. Как стало известно Стархиту, несколько дней назад бывший муж Лолиты, тренер по сквошу Дмитрий Иванов, оказался в одной из клиник на севере Москвы. В больницу мужчина поступил поздней ночью с многочисленными травмами, в том числе головы. На данный момент медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Дмитрий находится в отдельной палате. Увидеть его могут только самые близкие. Первой, кто утром следующего дня приехал навестить пострадавшего, стала его новая возлюбленная Ольга Кулиева. Пара встречается около 2 лет. Сейчас врачи решают, какое лечение по отношению к Иванову будет наиболее эффективным. Возможно, тому понадобится помощь челюстно-лицевого или пластического хирурга. По словам источника, у случившегося с Дмитрием есть 2 версии. По одной из них он попал в ДТП на дороге, по другой стал участником потасовки, сообщили Стархиту. В любом случае, факт пребывания в медицинском учреждении мужчина и его окружение тщательно скрывают. Сам Иванов на звонки по понятным причинам не отвечает. Его представитель пояснила, что он с головой ушел в работу и тренировки и ближайшие несколько недель не планирует появляться на публике.